Всем привет, с вами снова Александр, и сегодня я вам расскажу о незаменимом помощнике в молодой семье, у которых родился маленький ребеночек. Это такая своего рода электронная качель от компании Graco. Называется она Always Shooter. Graco Always Shooter, полное название. Вот, и предназначена она для детей с рождения до 9 килограмм. Там же по возрасту, сами смотрите, вот она просто выдерживает максимальные нагрузки 9 килограмм. Работает она от штатной сети 220 вольт, поэтому вот такие краткие технические характеристики. Что из себя она представляет в целом? Давайте разберемся. У нас здесь идет вот такая большая платформа. Кстати, вся конструкция весит 10,4 килограмма, поэтому ее можно достаточно просто транспортировать там по квартире, по дому. Вот, и с этим проблем нет. Но есть еще возможность снимать эту часть. Отдельно люльку, это чуть позже вам покажу. И также с ней передвигаться по дому, но мы тогда не можем ее вот как электронную качель использовать. Вот, смотрите. У нас в комплекте идет вот такая большая платформа, блок управления, в нем моторы и сама люлька, соответственно. Что из себя представляет люлечка? Давайте я пока выключу. Она очень интересно выключается. Она находит свое штатное положение, перезагружается и опускается вниз. Не просто вот как нажали, она там встала, да? Нет, она уходит в штатное свое положение. Интересно, прикольно выглядит это все. Так, вот у нас сама люлечка. Кстати, очень классные ткани используются, очень хороший качественный матрасик на подголовочку есть у нас интересный матрасик, мягенький. Пятиточным ремнем у нас фиксируется сам ребенок. Ну, все понятно, все здесь очень просто, понимаете, да, тут ничего особенного, не по длине, естественно, регулируется. Можно убирать, тем самым еще освободив место, если нам матрасик вдруг не понадобится уже. Вот. Что касается материалов, материалы можно при 30 градусах стирать без проблем. Единственное, вот выше нельзя, потому что если сядет, уже тяжело обратно одеть. Вот. Достаточно, вы сами видите, пространства много. Вот. Поэтому ребенку здесь очень комфортно, он вальяжно, комфортно вот так прям в развалочку может уместиться и спокойно себе там, как говорится, наслаждаться. Вот. Также у нас в комплекте идет вот такая дуга с игрушками. Здесь у нас такой вот слоник. Очень, кстати, качественные, приятные игрушечки такие. Жирафик. Вот, соответственно, ребенку есть куда посмотреть, на что отвлечься и развлечься таким образом. Она убирается, дуга. Вот, можно вообще ее снять, в принципе, если она вдруг нужна не будет. Так, прежде чем перейдем с вами к изучению режимов и блока управления, давайте покажу, что здесь вот эта люлечка, она имеет возможность регулировки наклона. Полностью положили, спим, ну или опускаем, чтобы можно было как бы сидеть, если он бодрствует, ребенок, и просто находится в ней, чтобы он просто там сидел. Вот, эта часть у нас вот таким образом снимается. Здесь она у нас тоже на дуге. Здесь прорезиненное основание. Тем самым вы можете ее просто механически даже вот поставить на ровную поверхность и подкачать. И вот таким вот образом можно транспортировать где-то по дому. Здесь есть у подножия у ребенка регулировка вибрации. Здесь дополнительно есть такая легенькая, чтобы вы не думали, это не такая тряска. Просто легенькая вибрация, которая тоже может чуть-чуть успокоить ребеночка. Интенсивность здесь можно менять и выключить. Вот, собственно, это что касается блока самой люльки. Давайте теперь посмотрим на режимы. Здесь на самом деле 8 режимов, куча звуков. Есть кнопка Power, естественно. Запускаем ее. Дальше выбираем. Например, вот первый режим. Давайте посмотрим. Это у нас просто дугой. Вот он вверх-вниз. И есть еще кнопочка регулировки интенсивности. У каждого режима можно настроить интенсивность. Чем вы выше поднимаете интенсивность, здесь получается и в самой кнопке поднимается шкала, и вы видите, на каком уровне сейчас находится. Вы не, как бы не догадываетесь просто, а именно видите. Это очень удобно. Так, вот, например, кружочек нажмем, и она будет вот так по кругу идти. Подниматься и вот, соответственно, вращательные движения делать. Вот змейка режим.
Но как показывает практика, вот обычно используется режим простое укачивание. Вот куча режимов, вряд ли кто-то ими всеми обычно пользуется. Самые популярные это вот круговое, змейка и дугой. Здесь есть также и восьмерочка. Смотрите, что он делает при этом. Угу. Сейчас я наклоню. Ребеночек у нас заснул, например. Все. Я сам пользовался с первым ребенком подобной штукой. И это на самом деле настолько облегчает вам вот жизнь, вот первые вот эти месяцы жизни ребенка, что вы даже представить себе не можете. Все, укачали. Вот, например, со вторым ребенком мы не пользовались, даже не знаю почему. Вот просто вот как-то не взяли и все. И достаточно часто он там подкапризничает, приходится подойти, подкачать, еще что-то. Ребенок, вот, если присутствие чувствует, то более-менее спит. С первым же ребенком мы, получается, что упаковали сюда, нажали, уснул ребенок, все. Он проснулся, снова уснул. И вот это настолько нам облегчило первые месяцы жизни, что ребенок 80% времени находился здесь. Поэтому вот недооценивайте вот такие вот вещи, как электронные качели. Изучайте, если есть возможность, то я бы советовал приобретать. И это очень хороший, кстати, представитель таких самых навороченных вариантов. Так, ладно, смотрите, что касается других режимов. Собственно говоря, их здесь 8 штук, регулируется на них интенсивность, и вы также можете это все включить, например, дополнительно звуковое сопровождение с ребенком. Здесь есть звуки природы, также у нас регулируется громкость. Громкость очень высоко, высоко можно поднять. Вот у нас типа ручей. Это у нас как бы сердце бьется, не знаю, слышно вам, надеюсь. Вот классный, вот у меня первому ребенку очень нравился звук леса. Реально ребенок комфортно засыпал и долго спал с этим звуком. Как по мне, вот бесполезный звук это водопад. Такое шипение, знаете, как раньше телепередачи закончились и шипение на экране, и все, по телевизору. Что-то такое мне напоминает. Ну, кому как. Вот тоже у нас ручей, именно льется, уже журчит вода. В общем, по звукам природы, как по мне, самый толковый это звук леса. Птички чирикают и все такое. Есть музыка. Здесь и классическая музыка, и колыбельные. Вот, вот сейчас громкость на максимум. Я надеюсь, что вам сейчас хорошо будет это слышно. Такие классические произведения. В принципе, такой стандартный набор для такого рода вещей. Всегда там какая-то колыбельная, какая-то классика и звуки природы. Это основное. Они долго раскачиваются, эти мелодии. Но вот эту колыбельную будете использовать в 80% случаев. Или звуки природы. Вот как показывает практика, это вот основные две мелодии, которые используются в таких вещах. Вот, собственно, достаточно всего здесь и режимов, и звуков, плюс еще достаточно большой диапазон интенсивности каждого режима здесь. Я просто, ну, много уже таких моделей посмотрели, и у многих именно интенсивности не хватает. Хотелось бы чуть побыстрее, чтобы подкачать ребеночка. В некоторых моделях не хватает. Здесь же с запасом, вот в этом отношении здесь модель прекрасна с Диану. Так, давайте я ее сейчас заглушу. Все. Так, по большому счету, все, что хотел, я вам про эту модель рассказал. Добавлю лишь свое мнение короткое по качеству. В первую очередь я всегда смотрю на качество. Качество исполнения, чтобы моторы не были шумные, здесь они достаточно тихие, чтобы при перемене режимов не было толчков и каких-то ударов. Здесь тоже с этим все хорошо. Качество материалов здесь очень хорошее. Про режимы музыки там все это много, все понятно. Вот. То, что вы можете снять отдельно люлечку и с ней как-то вот передвигаться,
тоже очень удобная вещь. Вот. Но по поводу необходимости такой штуки я вам уже сказал. Как по мне, если есть такая материальная возможность, я рекомендую такие вещи всегда приобретать. Если же нету, то, конечно, ну, не получается. Такое бывает. Вот. Ну, выбор, естественно, как всегда за вами. Я уверен, что вы его сделаете правильным. Ну, а приобрести данную модель или похожие вы можете по ссылке внизу в описании на First Buggy магазин первоколяска.ру. Вот, ну, где же еще покупать? Ну, самый лучший магазин. Вот. И, соответственно, если в обзоре все понравилось, заказывайте, привезут, и будете довольны, и ваш ребенок тоже. Ну, а я с вами прощаюсь. Всего доброго, до свидания.